Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такую вот пони радугу, и начнем мы с головы. Итак, для изготовления головы нам понадобится 2 12, пятерка, все цвета радуги 260, 2 голубых и шдемка для завязывания. Ну что ж, давайте начнем. Итак, выворачиваем шарик. И размечаем, где у нас будет шея и уши. Ставим здесь на макушке. Уши пойдут здесь и здесь. Примерно на расстоянии 5 сантиметров отсюда, с этой стороны и с этой. А шея пойдет вот здесь, в центре, на пересечении вот этих линий. Можно отметить крестиком, чтобы различать и не спутать. Теперь берем шдемку, можно ненужную, бушную, отрезаем два кусочка подлиннее и один покороче, делаем на каждом из них на конце узелок. С помощью палочки или спицы вставляем шдемку внутрь. Длинные обрезки у нас идут на уши, а короткий на шею. Берем обрезок 160-го и, придерживая, обматываем и завязываем, отрезаем. И точно так же привязываем второе ухо и шею. Вот, теперь выворачиваем обратно, вставляем внутрь для надежности еще один шарик и надуваем примерно на 23 сантиметра. Сначала завяжем внутренний шарик, затянем и отрежем лишнее. Так вот. Теперь делаем ушки. Надуваем немножко. Делаем мягкий пузырь на 4 пальца. Еще один. Скручиваем их вместе. Фиксируем. Теперь делаем нитку. Такую небольшую. Так вот. Располагаем. Чуть побольше на пальчик. Делаем пузырь. И второй еще больше, вот до сюда. И связываем с началом. Остатки отрезаем.
И с этой половинки делаем такое же ухо. Вот. Теперь берем голову и натягиваем шедемку. Перекидываем через эту скрутку. Оборачиваем вокруг и продеваем сюда второе ухо. Точно так же теперь эти два кончика связываем вместе. Отправляем ушки. Берем пятерку, раздуваем, спускаем до 8 сантиметров. И скручиваем пополам, оборачиваем хвостик вокруг, как бы вот так вот, справа налево, а этот хвостик наоборот, слева направо, и связываем их вместе. Остатки отрезаем. Так, теперь делаем гриву. Делаем пузырь на 20 сантиметров. Делаем пузырь поменьше. Так, такой вот. И делаем пузырь еще меньше. Где-то вот так. Связываем в кольцо. Отрезаем. Маленький пузырь скручиваем в пинч. Загибаем вот так вот. И делаем еще оранжевый и красный. Перекручиваем их. Берем голову и вставляем вот сюда. Так вот. Чтобы закрыть вот эту шдемку, можно сделать еще два таких вот волоска и вставить вот сюда. Приклеиваем глаза. Приклеим или нарисуем реснички. Берем туловище и привязываем голову вот к этой скрутке. И можно закрепить сзади. Делаем вот такие вот петли. И крепим вот сюда. Зубок. Протягиваем вот отсюда. И здесь он закрепляется. Можно привязать вот здесь. Ну вот и все. Спасибо всем за внимание и до свидания.